Ой, я тебя думал, это мать. Я, привет. Я бабушка. Я вас перепутал. Нет. Я у тебя на два дня. Да? Так что... Скажи дяде Толе привет, помнишь? Помнишь, не помню. Так давно не было, так нечестно. Можешь повезти? Помнишь? У меня для тебя штанцы, Пума. Да? Это прекрасно. Ну извини, я их носила в Финляндии два дня, потому что... Надеюсь, ты их не стирала? Давай ручку. Нет. Какие нет? Пойдемте, сейчас, это, пускай машина проедет, мы пойдем по обочине. Ой-ой-ой. Да? Ох уж это Ира. Хотя нет, пойдемте по дороге. Ох, он и занят. Это ой, кошмар. Как они едут, это ужас. А что дядя Коля-то? А дядя Коля. Как всегда? Как всегда, ждет продажу. А у меня там, попробуй поднять. Да, да я уже понял, я поднимал уже. Я еще хотела... Шампанское из Дагестана купила вчера, Оранж-пар, розовое. Ага, ты пил да? Когда-нибудь? Нет, никогда розовый не пил. Хорошо, видишь, тебе полтинник, да? Да. А ты хорошо сохранился, наверное, может, с мамой хорошая, жены нет. Конечно. Мне кажется, что такой, как ты. Они делают мужей. Они высасывают. Ну, твой муж, по-моему, тоже хорошо выглядит. Уж не свисти. Потому что... Ну-ка, ну-ка, какой особенность? Так, подробности потом, так, шагбаум переходим. Нет, но он же поедет на велосипеде вместе. То есть он хорошо без тебя путешествует, ты это хочешь лишь сказать? Да, надо отдельно отдыхать. Вообще отдыхать, в принципе, хочу писать, можно? Карьера, да, он все осталось. Да, молочно. Все, перебежка, вот какая, ну неужели? В бачок можешь залезть. Подожди, лимонад, ладно, допью, выкину мусор. Нет, и пить хочет. И пить хочет. И в туалет. Ой, да, можно. Начинаю. Я уже колесо туда кинул. Вот сейчас колесо точно нельзя. Сейчас у Толика будут морщины появляться медленно. Ира, ох что-то... уж эти морщины. Обгоняют, конечно, вот эти водители. Да, да, да. Надо пить. Я боялась, что нет. Зубы выбьет ребенок. Ох уж этот ребенок, какой красивенький. Принцесса, мне кажется. Ба-бам. Да ничего. Сумка моя красная. Нет, ну все здесь, то что было, то и осталось. Стирай эти штаны, мама говорит, в цирк оденешь. Ужасные штаны. Говорит, как клоун. Как клоун? Она говорит, Ира, ты как клоун. Ну она просто... Снимите это немедленно. Ну она, наверное, подумала, то, что внизу расстегнуты, может быть, из-за этого. Мне сложно сказать. Ну мне сложно сказать. Я бы так не подумал сразу же. Просто у тебя вкус есть? Ой, начинаются уже... Мама говорит, оденешь в цирк, когда на запашных пойдем. Ну, да. Они современные просто, да. Я не знаю. Как бы. Я вообще люблю просто внизу, когда растет. Так нечестно! Ну, нет. Я тоже иду. Куда мы пойдем? Мы пойдем на озеро. Дедушка, наверное, в счастье. Что внучки? Ой, ну, внучка, ничего там не знаю. Ну, видно, что глаза... Это мама. Да. У нее нет фотографии, это мне знакомая. А это? Ну, да. Бабушки. Супер. А вот это? Слушай, такое окошко большое. А что у тебя столько много этих самых? Это очень хорошая камера. Там все кусали. Все. А как это называется? Ну, я... Нет. А 61. Это... Ты все съела. Нет. А вот это? Вот, Марина. Не, даже трогать руками боюсь. Да, на самом деле. Как ты это ела? Господи, ты смотри, какая уже прям актриса. Угу. Ой, какая себе. Это 3 года назад. А вот это. Видел Марину? Нет. 3 года назад. Нет, посмотри. 3 года? Это, какая красавица. Это сейчас. Это сейчас, а та 3 года назад. Не узнаешь даже. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне даже не весело. Красивая девочка. Ну-ка, покажи, какая взрослая. Это кто? Марина. Марина. Можешь себе так она больше Елена, что ли? Да. Я в шоке. У нас с ней, наверное, одинаковый рост там. А покажи Каролину. Я уже такую. Вот, Оль, ты смотри. Это кто? Марина. Марина. Марина же знала. Типа. Я себя одинаю кепку. Ой, какая. Пойдем, пойдем. Это самое, ты... Так мы идем или нет? Да.
Как пока? Ты меня не берешь с собой? Нет. Почему? Смотри, опять снимает. Одевайтесь. Андреа! Спасибо! Как ты тут рисуешь? Как? Нет! Так нечестно! А где ты была, а?